Настоящие кадеты и те, кто только в этом году надел почетную черно-оранжевую форму на торжественной линейке, получили напутствие от своих учителей, директора школы и именитого гостя, депутата Александра Ильтякова. Самое главное – не терять самого себя. Самое главное – не склонять голову ни перед какими трудностями, не опускать руки, бороться со всеми соблазнами, какие бы то ни возникали в жизни, и стать людьми, достойными людьми нашего общества, нашего родного кургана, нашей дорогой Курганской области. Депутат сам закончил 75-ю школу, а в День знаний он вернулся в ее стены с важной миссией – рассказать 11-классникам об основном российском законе – Конституции. Открытый урок прошел в интерактивном формате. Ученики задавали свои вопросы и получали на них развернутые и интересные ответы от почетного гостя. Как для 11-классников, так и для первоклашек 1 сентября – день ответственный. Волнение не обходит стороной и учителей. Особенно переживают за своих подопечных классные руководители будущих выпускников. Кто-то пересматривает свои жизненные позиции, у кого-то они остались на прежнем уровне, то есть они как задумали, допустим, идти по своему направлению, так и идут. Кто-то еще сомневается, то есть очень много-много вопросов, которые предстоит в течение года, вот с ними все это обсудить и вместе, может быть, даже совместно как-то вот выйти на тот уровень, на который они стремятся. Сами же старшеклассники на предстоящий ответственный учебный год настроены бодро и решительно. Настрой хороший, праздник все-таки, чтобы для каждого запомнился, он на всю жизнь, первоклашек особенно, чтобы на всю жизнь запомнилось, родителям, чтобы приятно было. С первым звонком положено начало новым открытиям, решением новых задач, а главное – дан старт новым знаниям. Педагогический состав школы пожелал всем ученикам ни пуха, ни пера в новом учебном году. Дарья Федерягина, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».